Руководители предприятий в Хабаровском крае готовы вкладываться в повышение уровня профессиональных компетенций своих сотрудников. Так, специалисты одной из стоматологических клиник Хабаровска провели несколько дней в учебном центре Сколково. Что нового узнали и может ли Дальний Восток чему-то научить Москву, узнавала Наталья Чернышова. Инновационный центр Сколково в Москве – это современный научно-технологический комплекс, где создаются передовые разработки российской науки, а профессионалы могут прокачать свои компетенции в различных отраслях. Сотрудники Хабаровской стоматологической студии «Тари Люкс» прошли обучение и готовы реализовать полученные знания на благо хабаровчан. После обучения в Сколково сделала вывод, что врач – это не просто врач. Это нечто большее, это и психолог, и друг, и соратник. Пациент принимает активное участие в лечении, и задача врача – сделать максимально комфортным, безопасным и не страшным прием. Не секрет, что многие люди, выросшие в Советском Союзе, до дрожи в коленках боятся стоматологов. Но медицина и клиентоориентированность шагнули далеко вперед. Сегодня в стоматологии используются различные методики обезболивания, а к пациенту проявляют повышенное внимание. Не хватает заботы, не хватает эмпатии. Половина из нас дентофобов. В принципе, я к ним себя отношу. Когда для меня лечить зубы, это уже сердцебиение, ком в горле. Я думаю, боже, что сейчас со мной будет? Я понимаю пациента. И от того, как мы понимаем наших пациентов, в принципе, строится и дальнейшее его лечение. В течение нескольких дней команда «Тари Люкс» изучала медицинский маркетинг, ценообразование, стратегический менеджмент, проходила врачебные курсы. При этом, по словам специалистов, в Москве есть чему поучиться у Хабаровска. Я думаю, что по клиентоориентированности Дальний Восток даже немножко повыше, потому что у нас на Дальнем Востоке, у нас в городе приходится бороться за клиента. А там клиентов много, и за них сильно, собственно, никто и не борется. Поэтому я думаю, что им тоже есть чему у нас поучиться. Так что пусть приезжают, мы с удовольствием поделимся знаниями. Наталья Чернышова, Максим Артяков. Смотри, Хабаровск.